What is your general impression about this exhibition? В первую очередь хотел бы поблагодарить организаторов выставки, участников, которые позволили нам осмотреть довольно много наших старых знакомых, старых партнеров по производству техники и в первую очередь технологии, а также найти массу новых коллег, друзей, партнеров, и мы уже заключаем довольно серьезные сделки и договора, которые помогут нам выполнять свои функции с большей эффективностью и большей экологической безопасностью. Мои самые впечатления, что ни на есть прекрасно, особенно той атмосферой, которая здесь находится в этой выставке. Мы очень вам благодарны. Did you find good business opportunities for your company? Безусловно, мы благодарны организаторам этой выставки, которые смогли нам предоставить такие возможности. Мы не только нашли возможности реализовать свои идеи, а даже получили те дополнительные преимущества, о которых мы не подозревали до этой выставки. И поэтому мы уверены, что эта синергия даст только положительный плюс как нашим компаниям, конкретно нашей компании, которую я представляю, и производителям этой продукции и оборудования, в первую очередь из Италии. In which sector does your company work? Наша компания долгое время специализируется в области переработки ломов черных и цветных металлов. Довольно большой сектор для украинской экономики, это довольно значимая отрасль. И мы, безусловно, понимаем о том, что мир не стоит на месте. Мы приехали сюда за новыми достижениями, за новыми технологиями. И, безусловно, мы их нашли.